Товарищи рабочие, вы создаете все материальные блага этого мира. Но история показала, что и управлять этим миром в интересах всех трудящихся тоже можете только вы. От воли рабочего класса зависит, будут ли построены заводы и фабрики, будут ли доступны медицина и образование, будет ли уничтожено кредитное рабство. Но самое главное, от воли рабочего класса зависит, наступит ли справедливость. И это не экономический, политический или моральный вопрос. Сегодня это вопрос национальный, вопрос жизни и смерти самой России. Конечно, все остальные трудящиеся тоже хотят строить счастливое будущее. Но ни у кого, кроме рабочих, нет для этого инструментов. Поэтому самые передовые – врачи, учителя, инженеры, ученые, программисты – встают в один ряд с рабочими, чтобы строить счастливое будущее, и подчиняют свои интересы коренным интересам рабочего класса. Ключ к успешной борьбе существует. Это цельное научное мировоззрение. Получить его можно в Красном университете, который был создан специально для рабочих фондом Рабочей академии. Товарищи рабочие, поступайте в Красный университет. Пробил час пробуждения рабочего класса.